Днем ангела, дорогие именинники! Бог дает нам все. Саму жизнь, воздух, здравие, разум, телесные силы, нужных людей. Вообще все, что мы видим, чем мы окружены, есть дар Божий. Есть, однако же, вещи, люди, события, о которых мы говорим, это Бог мне дал. Это особенное, это несравнимое. В соответствии с этим есть и люди, которых называют дар Божий, подарок Господа, Феодор или Феодосий. Эти имена именно это и означают. Сегодня Церковь совершает память человека, носившего имя Феодосий, Богом данный, Богом подаренный, и он является начальником общежительного монашества в Церкви Христовой. Изначально монах – это монос, один, ушедший, оторвавшийся от всех, отшельник, подвижник, инок, инаковый. Впоследствии монахи стали собираться вместе и вести эту инаковую жизнь общинами. И вот начальник такого жития, один из первых, кто осветил подобный образ жизни, был святой Феодосий, по достоинству называемый Великим. Он жил в V-VI веках в Малой Азии, родился в Каппадокии, был с детства приверженец богослужения, имел хороший красивый голос, чистый музыкальный слух. Голосом и слухом служил Богу в храме, поя и читая священные тексты, а потом удалился в Палестину, где нашел пещеру, где по преданию останавливались три волхва, шедшие из Персии в Вифлеем поклониться Христу, и в этой пещере он прожил 30 лет. За эти годы, обогатившись всяким дарованием духовным, умея бороться с помыслами, умея отражать духовные нападения, будучи богатым, как груженный знаниями корабль, он стал учителем многих людей, желавших спасения. Они собрались к нему с просьбой, чтобы он был их наставником. Феодосий решил построить храм, и вокруг него кельи, взял холодные угли и пошел по пустыне. Он молился Богу, чтобы Господь сам показал ему место, где можно строить храм и кельи. На одном месте угли загорелись в кадиле. Он понял, что это место, где Господь желает, чтобы была лавра, большой монастырь. В лавре святого Феодосия было со временем 700 монахов. Это был маленький городок. Феодосий был милостив. Он не только монашествующим оказывал благодеяние, подсказками, советами, благословениями. Он и мирян к себе пускал, для того, чтобы бедных кормить, старых досматривать, больных исцелять, глупых, неведущих, некнижных вразумлять. Одной из проблем, вечных проблем нашего грешного падшего мира является национальная рознь. В лавре Феодосии было много разных монахов разной национальности. Для того, чтобы они были все в мире, в лавре Феодосия служили службы на трех языках – на греческом, на армянском и на грузинском, то есть по языкам тех людей, которые в наибольшем числе были представлены в общине преподобного Феодосия. Когда причащались они все, собирались в храм, где служили по-гречески, а в остальные дни служили в маленьких храмах, где слышались голоса молитвенные на разных языках. Это, по сути, один из таких способов решения наших сегодняшних разных межнациональных религиозных проблем. Феодосий прожил долгую жизнь, долгую летами и богатую добрыми делами. В глубокой старости, окруженный учениками, он тихо и мирно, и с желанием, что самое главное, ушел туда, где его Христос, туда, где ангелы и святые. Сегодня мы поздравляем всех тех, кто носит это святое имя – Феодосий, поскольку и у нас на Руси начальником монашеского общежития был тоже человек, соименный ему Феодосий Печерский. А кроме Феодосия, Церковь сегодня празднует память Михаила Святого. И мы поздравляем вас и с этим Днем Ангела. Радуйтесь, дорогие именинники. Имена ваши написаны на небесах.